это рынок Абастос. Здесь можно купить, и тебе сразу их приготовят. Hacemos eso mismo, pero ahora mismo tenemos todo reservado hasta las 6:30 de la tarde. Ah, todo reservado hasta las 6:30. Ok, muchas gracias. Вот эти мы вчера ели. Сколько они стоят, кстати? Рубль 50, наверное, одна штучка. Aquí es esto, ¿esto por cebos? Ah, este por cebos. Y aquí 49 евро. А в Мушии от 40, от 25 маленькие, 40 средненькие и 60 евро были большие. В общем, здесь это все покупают и вот там готовят. Gracias. В общем, здесь можно купить всякой живности морской и рыбки. Ой, что это? Ой, какие здоровые. Мама дорогая. Ола. Ну, мы не купим. Мы не купим кальмарчики. В общем, единственное, что я здесь не попробовала в этот раз, это вот эти персебасы. Я надеялась на них, но на вот на этот рынок, но не попробуем. Все занято. Самое ближайшее, что можно сделать, это сегодня купить и на вечер только приготовить. Но я не хочу вечером это есть. Или на завтра, но это уже не та картина. Вы же посмотрите, какой лежит он, ножки свои свесил. Жесть. 7 евро кило, пульпа. 7 евро кило, а это 13. Видимо, это другая какая-то цена. Ну, gracias. Ну, вот это вся очередь, чтобы сейчас зайти в собор. Сантьяго де Компостела. Сегодня 24 число июля, соответственно, я хочу сейчас зайти посмотреть, спуститься к Сантьяго, потому что мы, когда пришли в Сантьяго, Камино де Сантьяго, не спустились, не заходили, потому что это уже был вечер, и было место, и после места он говорит, не знаю, когда закончится, можно будет, но я бежать не стала, а сейчас я хочу зайти, потому что завтра тоже будет много людей. Я хочу сходить сегодня. А завтра я хочу пойти на мессу. Пойти на мессу. С тем, чтобы посмотреть Бутафамейра. В общем, завтра праздничная будет месса, соответственно. Но я хочу посмотреть Бутафамейра. В очередной раз. Я его видела 2 раза уже. И сейчас вам еще хочу сказать об одном. Это не то, что разочарование, но вот здесь, на этом постаменте, стоят ботинки. И я их видела 5 лет назад, когда здесь была. Я их видела в этот раз, когда мы пришли в понедельник. И уже мы под вечер же пришли. И я сделала фотографию, ну и 5 минут подождала, пока
вдруг придет, чтобы он мне сделал с ними фотографию. И они закрывались, вот эта штучка закрывалась. И я оборачиваюсь, ботинок нет. То есть они их ставят и снимают. Когда открыты, они их ставят, когда закрыты, они их снимают. Понимаете? А я же думала, что это просто постамент, что они тут всегда стоят. В общем, это какое-то маленькое разочарование. Здесь 5 лет назад был туристический офис. Я здесь оставляла рюкзак, помнится. Здесь, ну, как сувенирный магазин, офис туристический был. Я здесь оставляла рюкзак. А сейчас розовенькое кафе. Buenos días. А сейчас розовенькое такое кафе, мороженое. Тоже прикольно, но в собор с рюкзаками нельзя заходить. А здесь можно было оставить. Сейчас я даже не знаю, где можно оставить. Здесь второй ход. Вход тоже очередь. Но я хочу пройти через врата прощения эти. Сейчас посмотрю. Будет Батуфамира, но что-то я не уверена, что мы завтра сюда попадем, не знаю даже. Так что завтра я сюда, скорее всего, не попаду. Я бы, конечно, хотела посмотреть, но, скорее всего, нет. Сказал, что, наверное, завтра обычных людей утром еще, наверное, могут пустить на 8:30 на мессу. А уже в 12 часов нет. Потому что приедет сюда Санчес. И все остальные товарищи. И она будет только служба по протоколу проходить. В общем, все без простых людей. И, возможно, завтра будет Батуфамира. Я его видела уже, по большому счету, конечно, Батуфамира видела. Конечно, мне бы хотелось посмотреть праздничную службу, но что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Сейчас только вот без 15:05 люди уже заняли места на вечернюю службу на 7:30. На 7:30. Очень красиво, конечно. Thank you.
Gracias.